слишком рискованно. 76% вероятность того, что он промахнется. Опасно. 50% того, что он потеряет мяч. А так неприемлемо появляться на тренировке. Даже самые великие игроки совершают ошибки. Они слишком рискуют. Ведь они всего лишь люди. А что, если бы они были не просто людьми? Я представляю вам будущее футбола. Клоны! Никаких ошибок, гарантированные результаты. Это то, чего хотят люди. Футбол изменился навсегда. Неймар смеялся над клонами перед матчем, но теперь он падает. Рони выглядит обеспокоенным, не правда ли? Похоже, клоны действительно проникли к нему в голову. Подождите, это Рибери уходит с поля. Времена меняются. Неужели это последний раз, когда мы видим Роналду? Стоит ли спрашивать? Это конец эры феноменального футбола! А теперь о баскетболе. Никакого риска с безупречным Леброном. До корпорации безупречность футбол был непредсказуемым, диким видом спорта. Я это изменил. А что делают настоящие футболисты? То есть, чем они занимаются сейчас? Да кому какая разница? Я Златан! Я Златан! Я был Златан. Я Златан! Эй, Криштиану! А менеджер об этом знает? Дай угадаю, так же, как в прошлый раз. Вы точно не хотите забить? Шутите? Кто здесь? Клон. Не трогай меня! Зацепи, Златан! Эй, что происходит? Почему мы все здесь? Чтобы заявить о себе. Чтобы спасти футбол. Слушайте, а ремонт здесь ничего. Игра, которую мы любим, умирает. Клоны убивают ее. Мы должны вернуться. Извини, дай мне только это запустить. Мы все хотим победить клонов, но они непобедимы. Вот он согласен. Никто не думает, что их можно победить. Но вы можете. Я готов. Я имел в виду вас всех. Вспомните то, что делает вас великими. Вы не боитесь рисковать. Вы играете в футбол, потому что это ваша жизнь. Они играют в футбол, потому что это их работа. Вы рискуете всем, чтобы выиграть все. Осторожность – самая большая опасность. Это официально. Настоящие футболисты вернулись, и они бросают вызов клонам. Победители получают все. Проигравшие навсегда уходят из футбола. Остается самый главный вопрос – как они собираются победить безупречных клонов? Стадион, на котором пройдет самый важный матч на планете. Весь мир наблюдает за игрой. Игра пройдет до первого гола, второго шанса не будет. Мяч у меня. Осторожность – самая большая опасность. Оп, сюда. Опа. Чао-чао. Неймар! Нет, слишком просто. А вот так лучше. Попробуйте спланировать это.